Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». 16-летний пацан решил проверить, насколько далеко стреляет его пневматический пистолет, и не нашел для этого лучшей мишени, чем чужой автомобиль. Он попал в боковое стекло, оно и высыпалось, это было в Чечерске. Рядом оказался сотрудник милиции, который и задержал ворошиловского стрелка. Постреляет он теперь наверняка не скоро, ему светит до 3 лет тюрьмы. За доступ к базе тунеядцев теперь придется платить. В Беларуси 1 сентября обновили базу незанятых в экономике. Туда попали те, кто не смог подтвердить свою занятость во втором квартале. Теперь у кого есть собственное жилье, должны будут оплачивать полные тарифы за газ, отопление и горячую воду. А чтобы проверить списки, теперь нужно заплатить 42 копейки. Мелочь, но неприятно. Еще совсем недавно мы изнывали от жары, потом Гомель конкретно затопило, ну а сейчас мы стучим зубами. Но это все ничего в сравнении с Нью-Йорком. На него обрушился ураган Ида. Парализовано движение, затоплено метро, людей эвакуировали прямо из поездов. Ну а мы утепляемся и ждем скорого бабьего лета.